Всем привет! Мы в Белорусской пуще, в заповеднике, да? Да. Пойдем посмотрим, кого кто мы еще рычит? Увидим. Там рычит медведь. Да? Сейчас всех посмотрим и покормим, да? Там был медведь, начал, потом волк, а теперь мы идем еще кого-то. Ну, пойдем. Мишка, косолапый. О, она как не застряла в хлебушке. Волк, вот какой, какой страшный. Хлеб ему не надо. Ну, я мог бы и поесть. Он мясо любит, его тут кормят. Найдем проводить должна. Ну да, она у нее животик. Скоро родит. Ой, какие зубы у нее большие. Мушки ее кушают. Ребенка тоже кушают. Ой. А где ты зубы чистишь, а? Лошадь. А где еще? А вон там еще чуть-чуть дальше еще есть лошадь. Там. Ну ладно, давай. Тут прямо с такой причесочкой лошадка. А есть малыши? Ну, может быть, там где-то подальше. Конечно, нет. Он думает. Он, наверное, не достанет, Карина. Он... Вот так только, если ему кинуть. Дима, ты видишь, ой, какой огромный. Да не любите. Дайте я вам поглажу. Птица погладить. Вот я тебе не дала. Вот. Хочешь погладить? Не надо. Курочкам дам. Хлеба не дать. Куда ты не жмешь? Нож, что ли? Ну, ты такой красивый. Маленькая косуля. Ой, смотри, услышала. А вот там лежит, отдыхает в тенечке. Большой. Не хочет к нам подходить. Что-то ищет, ищет. Ну что, решил подойти? А видишь, он хлеб, наверное, не хочет кушать, Карин. Видишь, он понюхал, ему не нравится. Не, не нравится ему хлебушек. Потому что я, вот она из ручек не хочет. Не, ты ж ей кинула, она пошла дальше. Ой, ой. Это, кстати, хлебцы ему тоже там кинули. А он их тоже кушать не хочет. Ой, боится. Конечно.
Нашли настоящие грибы. О, Карина, ты что, сырой гриб ешь? Кариночка, ты что? Он ядовитый. И ты что, его кушаешь? Угу. Карина, не ешь гриб. И палочку ем. Карина, да нельзя же такой гриб есть. А что ты смеешься? Мне кажется, не смешно то, что ты ешь сырой гриб. Да это пьяный. Это Дед Мороз такой подарок подарил. Пряник, грибок. А это что, правда настоящий? Это настоящий, да. Я испугалась, что ты его кушаешь настоящий. Мне очень понравилась Пуш. Думаю, мы еще встретимся на следующем видео. И она будет краснее всех. И всем пока! Сегодня было очень хорошее.